Это вы теперь так думаете? Поверьте мне, в 40 лет вам будет казаться, что вот теперь только и начинается ваша жизнь. 40? Да вы что? Если верно, что Бог нас всех создал, то он должен быть щедр, чтобы дать нам хоть на 2 гроша надежды. Нельзя жить без надежды. А что вы заканчивали? Окончать пока еще было нечего. Никто еще не готовит специалистов на телевидении. Но со временем у нас будет все. Скажите, пожалуйста, а вы почему выбрали так телевидение?